Удельники мероприемства убачили, как працуя специалист-кинолог, ознакомились с узорами зброи и военной техники. Для самых цікавных дейничали пляцовки ДАИ, МНС и інших службов. Протягнули мероприемство выступлений творчих коллективов и спортивные эстафеты. Помимо воспитанников военно-патриотических клубов, которые здесь собираются, сюда прибыли еще дети, которые в свое время совершили какие-то ошибки и, к сожалению, сейчас находятся на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Вот мы им хотим показать, что есть нормальная возможность общаться с детьми, заниматься спортом, заниматься военно-прикладными какими-то занятиями и нормально проводить с толком и с расстановкой свое время. Во-первых, это самое главное, это интерес. Это интересно посетить такие мероприятия. Тем более мы, как будущее поколение, тоже в своем роде защитники Родины, будущее. Все лето запланованы шерох подобных встреч. Их головная мета – научить детей быть соправдными патриотами своей краины и долучить их до здорового ладу життя.